А если ты хочешь получать только всегда двойка, то поставь дизлайк. А если хочешь получать всегда пятерка, то поставь лайк за 3 секунды и напиши комментарий, что ты лайк свой поставил. Раз, два, три. Молодец, друг. Шерлок Поп, сади, посмотри, я тут игру нашел как раз насчет твоей фамилии, с твоей фамилией связано. Что ты тут опять выдумал? Какой моя фамилия? Что тут это? Что такое? Дай посмотреть, Ваня. Да сколько раз тебе говорить, не Ваня я, а Funny Games TV, меня зовут Максим, Funny Games. Я так и говорю, Ваня Games, да, Ваня, и что тут? Ох, ничего себе, это что это такое? Это кто это такой агрегат? Что тут делает? Что такая игра выдумал? Сумасшедший какой-то это. Мой любимый игра будет. И что тут делает? Куда идти? Что он делает? Ой, май, что творится? Девочка упала. Как теперь быть? Что нажать? Куда нажать? Зачем это делает? Ладно, я вот эта стрелочка нажму. А не нажимается стрелочка. А, вы нажали, опять он делает, что творит эта девочка, это просто сумасшедший какой-то. Ладно, а я должен вот эта штука собирать. А при чем тут моя фамилия? То, что я Шерлок Поп, что ли, из-за этого, типа, попыч? Эй, очень смешно, Ваня, ты придумал, очень смешно. Ладно, что делает эта девочка? И посмотри, он, ой, какой большой. Какой большой у него габарит сзади, это ты же будешь, ты же будешь просто машины сбивать, ходить на улице, елки-палки, это что такое, собирай вот эти штуки, и она в папа растет, что ли, Ваня, я не понимаю, что делает, что она, куда побежал такой, вот, какой большой этот у нее, как ее, поп этот, Шерлок, нет, просто поп, что нажать? А, я, смотри, собираю. Это что, мужик, что ли, уже теперь, смотри, походка, какой мужик тоже делает. Попа растет большой, зачем мужик тебе это делает? Ты че, сумасшедший, иди учи. О, ключ, а нашел ключ. Ага, что дальше? Так, идем сюда. Почему в игре нет никакой звук? Что это за игра, Ваня, ты где ее взял вообще, а? Это нормальная игра, нет? Что это такое? Это сумасшедший, ты посмотри, какой сталь у нее большой этот. Как он называется? Забыл этот, как он, комбайн у него сзади просто какой-то сумасшедший больших размеров. Комбайн, так, нашел один ключ. Ага, куда нажать? А, вот сюда нажал. Окей, хорошо, нет, спасибо, говорит, по какой-то языка. Ладно, выберу, нажму. Дальше что делает? Опять собирай, смотри, ух, ничего себе, какой большой. Так, 9, 5, ну ладно, 5 выбрал, не знаю, что такое 5. Ладно, сюда идем, тут нажать. Да что ты такой спотыкаешься, девочка, немножко под нога, смотри, ну что, вообще ничего не выйдет, идет какой-то непонятный. 8, что 8, не знаю я. Ладно, едем, собираем вот эту морковку какой-то, да, на морковку похож, не знаю. Ну так, идем, медиум, что значит? Левел, 4-й левел у меня уже, как-то пройти. Что нажать? Ладно, хорошо, давай дальше. В общем, попа растет, собираем большой попа, виноград вот этот, собираем на полу, валяется, который так сюда. О, хорошо, я сейчас прощел, прям никуда не нажал, ничего не сделали. О, смотри, сколько поп собрал, ничего себе, ой, поп, какой поп, это же морковка. Морковка, собирай, попа, расти, давай большой расти, попа, и маленький, ой, вырос такой, ничего себе, вообще огромный просто попа, смотри, как далеко бежит Ваня. И посмотри, до конца добежал вообще. Вот это ничего себе. Вместе стоят два девочка, пляшут. Или мужик, это непонятный. Шапка у него на голова. Может это вообще этот пожарник какой-то. Или что, ничего себе, смотри, уже какой преграда выдумали. Зачем столько преграда? Так, ладно, вот сюда на четверочку пошел. А, это сколько попа я потеряю, да? Ладно, мало попа буду терять, чтобы хорошо было, чтобы девочка была, куда потом в магазин пойдет, чтобы складывать куда товар свой, который купит вот этот вот. О, смотри, какой, о, жесть, какой размер большой, просто там написали XX large какой-то, XX large, не знаю, что это такое, что это значит, ну это XX large просто, смотри. О, жесть, да какой мужик, о, да второй, это мужик или что, это непонятный. Так, ладно, посередине, ух, ничего себе, 15 звездочка дали, Ваня, 15, ты понимаешь, так, ладно, нажал сюда, опять мужик идет, зачем мужик собирает?
Что это такое? Почему мужик собирает это попросту брос? Какой и зачем это ему? Я не понимаю, бро. Я не понимаю. Ладно, ой, все потерял, все, стал вообще маленький. Маленький стал его этот и комбайн, этот кухонный большой. Смотри, так, куда бежим? 8, 11 звезд, 11 звездочка дадут. И еще подарок скоро я выберу. Ничего себе, Ваня, что за игра, значит? Зачем это игры придумали? Так, ладно, поехали еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, куда? Ой, пятерка выберу. Ладно, пятерка пусть будет. Любил в школе пятерку получать, но никогда не получал. Ладно, вот это заберу, вот это соберу. Так, что выбрать? 4 выберу. Ладно, мой любимый оценка 4 был, тоже никогда не видел его. Так, это заберу, этот заберу. Ух, ничего себе, смотри, какой монстр просто встал. Большой у ней сзади, большой монстр. Почти 20 звездочка Ваня собрал. 20. Ничего себе, так, ладно. Что-то могу купить вообще звездочка? Зачем собирать звездочка? Ух, ничего себе, как много это дорого стоит, что это? Ой, мужик, зачем мужик стоит, танцует перед зеркалом, сумасшедший что ли? Ой, не хочу смотреть, отвернусь вообще, стыдно мне стало, ой, покраснел весь. Не хочу смотреть, зачем? Вот это хороший, да, вот это люблю смотреть. Красивый, не понимаю, что здесь покупать, нету ничего. Ладно, давай со мной, красавица, боже, царица просто моя, царица буду тебя так называть. Давай, Ларге, не знаю, ее зовут так, Ларге, что ли? Ларге, тебя так зовут, что ли? Ларге, ну теперь Медиум ее зовут. Что такое Медиум? Ну и кто это Медиум? Имя такое Мадина буду. Опять Ларга, ладно, Ларга буду теперь тебя называть. Икс Ларга теперь, 2 Икс Ларга стали. Ой, споткнулся, аккуратно смотри под нога. Ты что, куда идешь? Давай еще соберу 2 штуки, 2. Один собрался, почему? Не понимаю, как это собирать. Ладно, вот тут соберу, вот тут типа, смотри, походка какой, важный птиц, да? Ваня, видишь, важный птиц стал этот X-Large, вот X-Mall теперь ее звать. Не знаю, что дали. Так, теперь вот этот ящик выберу и 22 звезда мне дал. Ничего себе, молодец, спасибо тебе, друг. Кто ты там, делишь, я не знаю. Опять мужиком управлять? Да не хочу, зачем мужика выбираю? Постоянно так, хорошо. Ой, тут так, ой, зачем? А, мужик споткнулся. Ха-ха, не дотепал, не увидишь ничего, не умеешь ходить нормально даже. Не умеешь даже. Ой, ты куда на другой дорожке и упал? Ха-ха, смешной какой мужик. Так, куда нажать? Вот это, ретрай нажимать. Так, ладно, вот сюда. Так, тут что? Ой, девочка аккуратный. Или это тоже мужик непонятный? Так, хоп-хоп, как собирать? Хоп-хоп-хоп, хип-хоп-хоп. Нет, не нажимается, не собирает что-то. Девочка вообще какой-то неуправляемый, сумасшедший какой-то. Девочка или мужик, или кто ты? Так, все нормально, собрали. Так, сколько у меня уже там я насобирал? Ух, самый большой выбрал, все, сломал, нога, упал. Ваня, ты видел, да? Что делает? Я не понимаю. Ладно, пошел еще раз. Еще один девочка пошел. И идет, еще идет, да, не падает пока. Ой, хорошо, да, собирать, молодец, какой девочка. Это мой любимый будет девочка. Эй, нет, споткнулся немножко, нет. Так, опять тяжелый уровень какой-то, какие-то грибы растут прямо из земли, прикинь. Какой-то, не знаю, что здесь, радиация у них или что. Я не могу вот это гриба свой собрать, чтобы у меня... Гриба вот это, да, собирать, чтобы попа росла. Так, все, о, опять споткнулся, ну что ты, девочка, такой невнимательный, я тебе, приди ко мне в гости, очки свои дам на тебе, чтобы ты видел хорошо. Так, что дальше? Ух, подарок выиграл подарок, куда нажать? Эй, как, исчезни, уберись, Ваня, что тут делать, Ваня? А, ну ладно, выключил, все хорошо, не надо, ладно, сиди на месте там. Говорится в носу, или что ты там делаешь, не знаю. Делает вид, как будто он что-то делает, ага. Я-то тебя знаю, ты подписчикам можешь своим рассказывать, что ты там что-то делаешь, там на самом деле ничего. Ой, я мужика убил, вообще он упал, и все, не хочу я за это некрасивый играть. И если это не мужик, это некрасивая девочка. Вот красивый, хороший, синий штана девочка, нормальный, красивый у нее, все там. Везде со всех сторон можно смотреть красивый. Так, вот сюда зашел.
Так, куда дальше? Так, гриба не расти, не расти. Да, зачем ты в большую ударился, этот новогодняя игрушка? Что? Да, опять ноги на раскорячка упали. Что, все падают тут, они пьяные, что ли? Ваня, что это такое? Что с ними? Что происходит? Так, идем, грибы обходим. Грибы уйдите, пожалуйста. Не растите больше мне здесь. Так, отлично, какой-то другой левел у меня, что ли, или что происходит, я не понимаю. Как, ага, на 4 выбираем, так, нормально все, правильно выбрал. Да что ты, хватит падать, да что ты такой невнимательный, ты же можешь нормально ходить, или что ты все сбиваешь, что происходит, левел, опять упали, как это идти, куда идти, я не понимаю. Я нажимаю, ничего не происходит, что это, как это выиграть? Так, все собрали, ни единая ошибка не сделали, смотри. Ух, ничего себе, там просто здоровый стали, этот большой, не, как он называется, сзади вот эта сумка, ее большой, огромный такой сталь. Так, ладно, это забираем. Так, гриба, ну почему ты растешь постоянно перед моим нога прямо? Что надо ему этот гриба? Да не рады, теперь этот круглый крутится. Что это такое? Так, ладно, сюда. Ох, отличный, большой. Ларги я зовут, так, 12 звездочка всего, а чё так мало звездочка мне дали, что защитник такой, так, ладно, другой левел видимо уже, ладно, пошёл сюда, опять гриба, это надоело, что за гриба, растет вечно, под ногами путается, растет, как сумасшедший какой-то, ух, ничего себе, эй, пропустили ключ! Ключ пропустил, бом ударился, все, проиграл. А нет, еще живой, смотри, хорошая девочка, молодец, живой, живучая девочка. Так, сюда, X-Mark, опять все, потерял, все, упал, потерял. Я не знаю, что это, как это игра, что за игра такая, придумал. Кто это придумал, кто создатель, сумасшедший какой-то мужик, девочка или мальчик, не знаю я, кто это создатель. Напиши комментарий, умеешь там комментарий писать, нет? Ну-ка, или вообще ты не умеешь ничего, да? Не умеешь, я же вижу, вообще не умеешь. Ни писать, ни лайка поставить, ничего не умеешь. Только скачали YouTube и уже думаешь, что ха-ха, крутой, да? На самом деле ничего не знаешь, ничего не слышишь. Так, ладно, 12-й левел я уже прошел. Ваня, смотри, 12-й левел. Так, окей. Что выберем, какой сундучок? Так, вот этот сундучок, ага, хорошо, 30 монеток. Хорош, 30 звездочка, вернее, как долго надо в эту игру, опять мужик сумасшедший, на альбом его ударил, вот мужик, получай, надержи, об калитку, сейчас все потеряет, нога сломал, сумасшедший мужик, который ходит, собирает эти ядерные гриба, чтобы у него попа рос, Ваня, ну зачем, да, а что ты, Ваня, так не делаешь, почему ты сидишь вот тут и не делаешь, не идешь так делать, а, смешно, да, нет, девочка надо, ой, девочка, прости, пожалуйста, хороший мой, я сейчас тебя пропущу, все сделаю. Нет, девочка, ты тоже упал. Ну что такое, а? Может, сестра того мужика, а? Не знаю, может, тоже. Вот, ладно, все, нашел хорошая девочка. Сейчас теперь. Да что ты, об что ты ударился, девочка, ты сумасшедший или что? Что ты делаешь? Почему вы падаете? Вы что? Ой, штана там порваны у него. Ты посмотри, что происходит. Это же нельзя на Ютубе такое показывать. Это же могут вообще штрафовать. Ты чего? Ваня? Ты где играй-то нашел? И это вообще нельзя смотреть ее. Как это ты ее включаешь? Ютубе тебя заблокируют просто и все, и просто не будет тебя. Не, мне-то пофигу вообще. Ты наоборот хорошо, если тебя заблокируют. И там ничего не надо тогда писать, подписчики твои там и все. Не хочешь, блокируй, хочешь, и снимай эта игра. Я отказываюсь в этом участвовать. Что это такое вообще? Что за игра? Я не буду больше на это смотреть. Все, пока.